Всех приветствую, друзья, на своем канале. Мы продолжаем прохождение игры Stalkers of Pripyat. И я, собственно, иду к градирням и еще к какой-то там аномалии под названием Пепелище. Иду за тем, чтобы собрать артефакты, которые там есть. Я краем уха где-то слышал про них, говорили, что там имеются какие-то артефактики, вроде как их дохера, но собрать очень тяжело. Поэтому мы не из пугливых, мы прёмся именно туда. А что нам делать-то? Мы же вообще отважные воины. Сейчас, секундочку, опять забыл, в общем-то, поставить таймер. Это нужно сделать, это необходимо сделать. Это без этого-то никак в наше время. Так, в общем, градирни тут, по-моему, ничем не примечательны. И зайти там куда-то нельзя. Но, по-моему, там можно услышать какой-то сигнал. Во. Просим помощи. Припасы почти... Они просят помощи, им нужно найти выход. И что тут делать, я, блин, вообще не помню. То ли подойти сюда как-то к краю близко, то ли ёбнуться вот так. Больше нет. Второй день без воды. Просим помощи. Повторяю, просим помощи. Спасибо. Сигнал может быть искажен во времени, потому что я прям реально чего-то такое припоминаю. И, возможно, вот этот сигнал, ну, просто это я по памяти рассказываю то, что помню. Возможно, этот сигнал уже, грубо говоря, из прошлого. И эти ребята совсем не два дня без воды, а намного больше. И там, может быть, уже никого и нет. Ну, а может быть, это как-то и можно их спасти. Но, во всяком случае, я не помню, как это делается. По-моему, ни хрена там никого не спасешь. Ладно, давайте быстро пробежим. Возможно, придет, опять же, возможно, придется почитать, как на градирнях решается квест. Вопрос вот этот вот с этим сигналом. Мы продержимся еще максимум 3 дня или часа. В общем, как видите, территория безымянная, ничего особого здесь не видно. И входов каких-то дополнительных куда-то внутрь тоже не имеется. Ну, да ладно. Так, ладно, они тут будут постоянно трындеть в этом плане. У меня все равно никакого выбора особого нету. Я тут, собственно, ничего не буду делать. О, какой-то туннель. Пойдемте туда зайдем. Все тут, кстати, может оказаться очень опасным. То есть может где-то быть контролер, может быть тот самый бюрер, который вышибает оружие из рук. Если ты устал, может выбить его нахер. И чего хуже-то сломать вообще? Это же сволочь та еще. Кстати, я даже припоминаю, как они выглядят, но тут кто-то, по-моему, будет. То ли контролер, то ли билет спросить у меня захочет. Я не знаю на проезд, что он тут хочет. Кто-то тут будет. Сейчас мы уточним, узнаем обязательно. Как увидим, все будет сразу ясно. Я волшебную кнопку F5 нажал, так что я уже ни хера не боюсь. Абсолютно бесстрашный воин с F5-то, господи. Нечего бояться-то, чё мне? F5? F9. Так, вот тут вот что-то тут психо-психо-психо. Мозги давит. Ну, как видите, иконка на мозгах, в треугольничке мозги изображены. Это означает только одно. Это психо. Воздействие. Так, тут кто-то летает, да? Обратно-то, если что, свалю. Блин, так еще сделали, хрен выйдешь так быстро-то нахрапом. Не работает. Так, а если я просто вот спрячусь? Эта херня мне обожжет? Стрелять по ней бесполезно, да? Я не знаю. Блять, обожгла. Делать-то? Я хер понял, что произошло, но достаточно стрёмная ситуация. Я вообще за артефактами сюда как бы приперся. Не сказать бы, что здоровье прям сдувается. Нормально все пока. Нож, по-моему, тут бессмысленен. Блять. Ёкарный бабай-то, а. Во залез. И нахер я тут... Чё мне дома не сиделось? Чё мне дома не сиделось-то, господи? Стрёмно-то как наистремнейшее. Патрончики вижу. И все рядом с аномалиями. Оп! С прыжка взял.
А вот и аптечки, оп. Не, ну тут есть что, как говорится, побрать-то чуть-чуть. Подобрать. Не зря, может, сюда забрел. Так, погодите, давайте консервы, пусть лечат меня. Или колбаску. Они же лечат? Конечно, лечат. О, сразу съел колбаску, консервы сразу увидел где-то. Ну-ка, где? А, водяра. Закуска, выпивка. Да в такой обстановке, да вы придурки, что ли? Не расслабишься же. Ну-ка, ящички. Автомат. Так, заберу, а он наверняка целенький. Обычно такие находки целые всегда. Не надо ремонтировать, они не требуют ремонта, и все это выливается в некую денежку. А, о, смотрите, изнутри открыл. Бля, мне самому скоро помощь понадобится. В таких-то местах-то лазить опасно. Водка. Ну, и не знаю, надо ли мне ее. Давайте один пузырь возьмем. А, два взял, ладно, захопущий. Сразу пятерней схватил, как надо. Автомат действительно целехенький. Так, мне болты нужнее, чем нож сейчас. Так что убираем болты. Я немножечко на стреме, немножечко обосранный. А, блядь, я ж умираю. Ой, я придурок, чуть не помер, блин, а. Чудак человек, блин, так просмотреть. Сейчас... Ой, блядь, что за говно летает? У него ведь траектория тоже имеется какая-то, правильно? Так, я сохранюсь-ка я, пожалуй, вот здесь вот. Чтоб далеко не убегать потом. Болтом прям в дверь. Я нихера не вижу, что происходит. Беда какая-то тут вообще кругом. Вот оно летит. Ой, блядь, это басратушки. Ну страшно же, ну. Просим помощи. Я сам просить помощь буду сейчас. Так, побегли отсюда, нах. Вот здесь надо аккуратно. А может я вот так вот? Вот так вот? Нет, не получается. Ладно, да. А, обожгла все равно. Чудо трава-то. Так, ладно, я ни хрена тут кроме каких-то заначек не нашел, но в целом тоже удачно. Ни хрена тут не оказалось никаких контролеров. Билет никто не спросил. А вот в вагончик-то я прыгну. Я же слышу чьи-то шаги. И, кстати, индикатор показывает две личности каких-то, находящихся рядом. Надо, блядь, быть ухо востро. Вдруг бандюки какие. Хотя навряд ли. О! Слушай, вы зомбаки, что ли? Блядь, точно. Дай-ка я тебя уж зарежу, чтобы не мучился. Блядь, я и зарезать-то нормально не могу. О! Нахрен я ваш автомат это подобрал? Мне они нафиг не нужны. Вот аптечку возьму. Водка не нужна, нет. Так, автоматы. Выкидываем нафиг. Выбросить. А мне лишний вес сейчас ни к чему. Так, пушку взад. Ну, в смысле, верните. Опять пушку взад. Кому-то взад. Есть такая игра под названием... Постал. Второй, кстати, по-моему, Постал. Потому что первый так себе. Он старенький, у него 2D графика. А вот второй трехмерный. И там как раз дробышом ходишь. Можно найти где-нибудь на улице кота, насадить его на ваш дробыш. И он будет выполнять, я имею в виду этот код, функцию глушака. Вот такая вот зараза. Этот Постал. Прикольно, да? Ну, я не знаю, кто-то скажет, да ты чё, блядь, ты живодер, как так можно? А, во, все, я подошел к этой аномалии. Достаем детектор, достаем наши любимые болтики с резьбой. Ну, где-то М16. Резьба. Так, вижу два артефакта. Вижу и пытаюсь к ним дойти. А я ведь дойду. Вы меня знаете. Гореть буду в аду, но дойду. Ага, там есть жарилка. Тут жарилка.
Вон, вижу, вижу, вижу. Блядь, всю гори. Есть, один найден. А второй где? Блин, пропал. Ай! Жрём. Ой! Печка-то, блин. А, пробегай, пробегай. Тут что-то есть же, наверняка есть. Не зря тут такое ответвление интересное. Сейчас разузнаем. Аптечки в ходу. Вот особенно в аномалии в такие заходишь. Ууу, бля, я думал вертолет, тарелка чужих, а это какой-то беспилотник, походу. Похож, по крайней мере, на беспилотник. Круто. Круто какая, что это мне даст? Обыскать летательный аппарат. Ща, там, может, электроника какая найдется? У нас же есть квест по электронике-то. Обыскивай, обыскивай. Модуль памяти разблокирован, беспилотный разведчик разблокирован, модуль памяти. Новые задания. Ну-ка, что это такое? Что за задание? Так, как тут? Как тут? Да, забыл уже очевидные действия. Из беспилотного разведчика удалось извлечь модуль памяти. Чтобы получить доступ к информации, необходимо ее разблокировать. Но это надо к электронщику идти, к тому самому, наверное, который нас попросил схемы, текстолит, там транзисторы, тиристоры, вариаторы, конденсаторы и дроги, ну, и много других страшных слов. Так, в общем, нам надо вылезать отсюда, но тут у нас... Что у нас тут? У нас тут аномалия. Как бы так бачком-то вылезти, да... А, так... Че-то парень-то, очевидно же все. Че это такое? Ой, бля. Куда ни плюнь, везде жара. Слушайте, а сколько энергии тратится вот так вот ее в мирное до русло-то? Да отапливать. Да зимой-то. Да чудо просто. Так, 4 зомбака лазит. Сейчас мы их пристрелим аккуратненько. Ну, для начала зарядиться бы не мешало. А то, знаете, опять так предсмертный такой пух такой. Нажатие на крючочек. Да что ты пукаешь там? Сейчас прибью. На-на. Хорошо. Аж сапоги чуть не слетели, дружище. Дай-ка заберу. Что у тебя забирать-то? Ты, блядь, нищеброд. Что, побираешься, ходишь, да? Бывает. Ну а что поделать, да? Жизнь такова. Сам никчемен. Ничего не умеешь. Кроме как стрелять, да вот такую вот херню нести. Рассказывать там чего-то под нос себе. А ведь там, наверное, речь какая-то должна уловиться. Ну-ка. Давно ты тут тухнешь-то, чувак? Я, по-моему, тебя не видел. Так, у меня консервов в вагон, не буду больше брать. Так, где? Откуда-то оттуда, да? Из дома, по-моему, доносится. Ну, пойдемте застрелим, че уж. Чтоб не мучился. Мы, получается, даже благородное дело делаем. Застрелил, он не мучается. Молодцы, ёб-мать. На самом деле, это же все правильно. Умертвить собаку. Ну а чё он ходит разговаривать непонятно о чем? В принципе, уже достаточно, наверное, стух, гнилой, слепой, хромой, косой. Так, градир не были, аномалия были. Вот здесь не были. ЗРК Волф. Чё, туда двинем? Кони. Нет, кони давать не будем двигать. О, все-таки подбивается. Нет, ну я знал, что подбивается. Я почти всю обойму у нее высадил. Ну, блин, проверить так хотелось. Живодер, блин. Да и хер с ним. Слушайте, тут какие-то аномалии тоже происходят. Радиоактивные, правда. Ну-ка, дайте-ка мне прибор. Прибор мне в студию. Так, куда путь держим-то? А, копачи, бункер, нам сюда.
Нормально, сейчас мы что-нибудь найдем. Подождите, это... Так я здесь был, это копачи, я обошел их просто. Да еще застрянь давай. Вот сейчас весело бы было. Во, я бы сейчас истерил, если бы застрял. Так. Блин, тень пугает аж. Что-то очковый я какой-то стал. Тени боюсь, куста боюсь скоро. Бояться буду. Как американский солдат. Хотя, может быть, гоню, может быть, не знаю. Еще взял, что американский солдат настолько трусливый. Ты... О, дружище, подожди, сейчас. Сейчас я примечусь. А, рука, чтобы не дрогнула. Прям в чайник. Если ниже. Ап. А-ха-ха. Тю. Так еще тю-тю. Пульки-то летают. Пульки-то повреждают. Пульки работают. Как надо. Так, что у нас тут? Ну-ка. Метка эвакуации. Проверить точку Б-205. На найденную в одном из вертолетов в карте были отмечены точно так. Проверить, появятся ли военные в точке. Появятся ли военные в этой точке, надо проверить. Так это вот одного уже нашел, пулей встретил его. Он не совсем вменяемый, похоже. Ну, надо его все равно обыскать. Аптечки, херечки, все такое, таблетки. Военные всем таблетки сидят, как обычно. Да, походу, они нашли тут все, эти вояки. Есть они здесь? Ну, они, правда, не очень это в адеквате, но они-то есть. Цель-то достигнута, военные найдены. Требую дальнейших указаний. Стоять. Сука, зачем ты стрелять начал? Сейчас все подтянутся на шум выстрелов. Не, смотри, не реагирует. Ну и нормально, сейчас потихонечку всех ушатаем. Блин, атмосферное место вообще. Да вообще игра атмосферная. Я не устаю это повторять просто. Так, здесь я, наверное... Ой-ой-ой, блядь, ты чё, я аж растерялся. Мне вот, что мне надо. Бодь. Ща, все стоят. Бодь. Эх, хорошо, он даже издалека, да. Ну, не издалека, вот с такого расстояния тоже неплохо берет. Штука-то хорошая все-таки. Пистолет вообще не тронутый. Пистолет чистоган. Пустите меня в оружейную. Как туда попасть? Так, с улицы, да? Нет, слушай. А как в оружейную? Чё? Не понял. Что за звук? Я один отслушал. Так, сейчас разберемся обязательно. Колбаска. А, да и все. А, давайте два бинта, да? Вот этот. Опа, артефакты, я не посмотрел, что за артефакты. Глаз, заживление ран. А, ну это да, это понятно. Но он дорогущий по-любому. Очень дорогой. Там плюс 2 заживление ран давало цену охренительную, а этот плюс 4 вообще, наверное, дорогой. В два раза, наверное, дороже. Так, ну заживление ран не интересно, нам восстановление здоровья более интересно. Опа! Фонарик, нахуй! Кто-то топает, прям страшен какой-то козёс! Какой-то пугает шагами своими методичными! Ну я же слышу! То ли на крыше, то ли здесь где-то. Один хер разберусь. Я не трус, но я боюсь, и один хер я разберусь. Где это все происходит? Я же слышу звук-то. Подвал, блин, ёпа-мать. Давайте в подвал спустимся. Ой, блядь, подождите, давайте наверху еще раз пройдемся. О, демоны, блядь, окружают. Так, подходите ближе. Ближе, сукины дети. И не забывайте в порядке в очереди. В очередь вставайте на пиздюливание. Процедура безболезненная и полезная.
Есть. Двоих уложили. Там кто-то топает. Я сейчас сначала напихаю патронов, соберу все шмотки, а потом пойду разведывать, кто же там внизу. И это, похоже, внизу. Блин, ну где же Велес-то еще? Давайте мне Велесов подбрасывайте. Чего у меня все одни и те же детекторы-то подсовываете? Медведь. Ну, медведь на ухо наступил. Но не мне. Так, ну что? Я же записался, да? Да ну нахер, еще раз запишусь просто. Для профилактики. Ёбаный пиздец. Это такие твари сраные. Блин, так, погоди. Сейчас. Главное... Блять, если им дать спуск, они, бля, ушатают, нихер делать. Загрызут. Это я могу однозначно совершенно просто заявить. Ща, мы все... Здесь их много было, всего четыре... Фу, мало было, всего четыре, но за дверью их, по-моему, до хера. Так, а куда я выхожу-то? А, я в центральных воротах уже нахожусь. Так, здесь вообще интересное местечко, атмосферненько... Тащит прямо. Подожди, я сейчас такой хитрый, такой раз обхожу, бац. Потом так беру, перестроимся, перегруппируемся. Нет, дробовичок надо немножко пожалеть, потому что он охерителен для как раз вот этих тушканов. Так, ну там зомбаки, наверное, расправляются, я так думаю. Так, военные у нас тут, смотрю, совсем нездоровенные. Загнили немножечко военные. Но это форма сталкера же, очевидно. О, дождик пошел. Смой с меня всю заразу поганую. Почему поганую? Да хрен знает, в зоне тут наглотаешься всякой пыли. Так, давайте сюда забежим в ангар, а потом пойдем тут дверь открывать. А может не пойдем, не знаю пока. Ну, разведать очень хочется все, понимаете? Ну, вы меня, наверное, должны понимать, потому что здесь действительно интересно. Места такие. Не очень гостеприимные, но интересные. Зараза. И ведь в каждой вот этой машинке может лежать какая-нибудь... О! Слушайте, это, по-моему, охренительная пушка. Я только что подобрал какую-то охренительную пушку. Просто, по-моему, охренительную пушку я подобрал. Тут слов мало, тут делать надо. Подождите секунду, сейчас посмотрим. А чем у нас... Не, ну, кстати, у нее, смотрю, не очень-то. Но зато она целехонькая. Где? Да откуда вы взялись-то? Подонки ты, некрещенные. Дай-ка я сейчас. Да, блядь, ты шатается как... Грамотно-то, как маятник, блин. Пуль направо, он влево, блин. Добивочка. Метод какой-то, бумажный лист называется, блин. От всех ударов уворачивается, который. А этот от пуль. Ну, увидели прям реально так, башка вправо, влево, вправо, влево. Да что ты будешь делать? А зачем я пушку-то убрал? На! Блин, я хотел с первого раза вообще-то садануть. Ну ладно. И так сойдет. Так тоже неплохо. Так, здесь что есть? УАЗик? Пустуешь? Ну и ладно. Неодушевленный ты все равно. Что с тобой разговаривать? Ну я такой, я могу и с неодушевленными предметами пиздеть в игре. Ну еще с тобой немножечко. Да. Ай, бля, я думал, она закрыта будет. Тогда сейф. Я слышал там кучу тушканов, наверное. Ну ладно, у меня дробыш. А, они пробежать не могут. Граната есть? Граната мне нужна. Давай вверх прям. Перекинул, кажись. Вот так в самый раз, по-моему. Да не очень.
Вот и кончились гранатки, быстро. Да что ты делаешь? Дверь-то какая, если это дверь, конечно. Похоже, дверь. Ух ты, бля, все ломается, все. Это обходной путь. А они здесь не побегут? Блять, запоролся я на свою голову, хрен знает куда. Вот бы сейчас граната-то как раз не помешала. Давайте их положим как можно больше. Ты посмотри, блин, бочки толкает, а? Гандон ушастый. Так, я там не проберусь, да? Там завалено. Капитально причем все. А здесь? А здесь что-нибудь... О, здоров. Обходной путь там есть, я понял. Вот проводник, блин. Бля, как тут стримак вообще... Подожди-ка. Артефактов не видно. Так, нагнемся посильнее, чтобы не задело, а то обжигается больно, сволочь. Да, это вот то, с того места, где забегали тушканы. А, нет, тупик, 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 нам туда не надо. Топот вообще нездоровый, он мне совсем не нравится. Не уверен, что правильно иду. Блять, что ты? Отойди, бочка! Откатись! Ползи отсюда! Ты хоть и неодушевленный предмет, но ты как-нибудь откатись. Ох, господи, мой, блядь. Дай боже не обосраться. Обосрусь поздно, поздно будет. Бюрер! Бюрер, бюрер, бюрер. Хуюрер. Так, аптечка. Нет, давай жрать. Я в него всадил несколько пуль, и это уже хорошо. А, он защищается. Есть, понял. Да-да, вспоминаю, вспоминаю. Вот смотрите, всю силу мне выкачал, блин. Сейчас накопить надо, а то выбьет оружие только в путь. Гранат нет забросать, плохо. Да не, мы его убьем, уверен. Че с тобой, дружище? Ты мне моргнул? Ой, блядь, ну понихать что ли, ёпта, а то стоишь, пиздец, блядь, как призрак нахер. Обосраться можно вот так, выходя отсюда, увидев тебя вот такой, в такой позе, стоит, ждет чего-то. Ладно, бюреры кончили. Бля, ну слушай, какая тут такая подземная база большая, что я до сих пор ее обойти никак не могу. Дай-ка я так для профилактики, а то мало ли. Порежу тебе. Чё? Меня еще не все приключения настигли. Меня еще что-то ждет? Слушайте, мне, по-моему, достаточно. Я уже и так тут какашки из штанины вытряхиваю. Это я шагаю? Я уже своих шагов боюсь. Да в ящиках тут по жизни никогда ничего не было, блин. Ну вот в этих вот должно что-то бывает. Должно бывать. По первому сталкеру помню, вот в этих металлических, которые вскрываются ножом. Частенько что-то было. Сейчас ни хера вообще ничего нет. Ну, ведь ни в одном. Да вообще толку ноль, блин. Ну-ка. Да. Все мои усилия оказались тщетными. Никакого вознаграждения. Одно мозгоклюйство. Твою мать. Так, запись. Полезли. После F5 нам ничего уже не страшно. Слушайте, я же здесь был. А-а-а! Ясненько. А вот, собственно, и сам, как уж там, арсенал. Да блин, да тут так... Вау, это мы возьмем. И сколько... Умби перегруз у меня, ну ёпаш мать, ну что ты будешь делать, а? А, ну зато вот, дверь можно открыть теперь.
Ну, перегруз это очень нехорошо, это плохо. Так, сколько у меня? 56 килограмм. Эта хрень просто дичайше много весит. А это что такое? А, модуль памяти из самолета, из этого какого? Блять, как шло. Беспилотник. Так, записка отца. Блять. Что автоматом своим дергает? Я думал, выходит кто-то. Передо мной уже стоит. А, блин, ну а вы-то откуда? Дай-ка я тебя пристрелю, чтоб ты там не... Давай сюда, ближе, 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 кузькина мать. На! Давайте сами в этот, в арсенал залезем, спрячемся. И там прочитаем. Так, что тут записка от Соколова гласит нам? Старый листок с распространением постов. Снизу на нем видны 4 цифры. 1, 4, 2, 1. Поверх старых записей маркером написано: лейтенант Соколов ВИ в связи с крушением вертолета последовал к точке эвакуации Б-205. В течение 2 дней эвакуация не состоялась. Дальнейшее пребывание на точке связано с неоправданным риском. Принял решение покинуть точку и проследовать к мобильной лаборатории научной экспедиции. Лаборатория расположена к северо-востоку от точки эвакуации. Так, а что за пароль? У меня вроде не открытых дверей здесь нет сейчас. Вот на этой базе. Я прав? Пункт первый, я прав? Если я не прав, смотри пункт первый. Пункт второй, да. А как же... Блядь... Так, а что за пароль? Не, ну я там все открыл. Ходить я сейчас могу только медленно. Бежать у меня не получится. Если придется быстро сматывать удочки, то считай все. На этом наши полномочия все. А я еще и пистолетик взял. Ну хрен ли, блядь. Нагружаться так нагружаться, че ж. Сколько времени потом ползти придется. Да, вот эта дверь открылась. Я тут спокойненько прошел. Кода никакого набирать не пришлось. Там обошел. Тут дверь не нужно открывать. Да нет, все правильно. Ничего не нужно больше. Надо выходить отсюда. Так, а куда выходить теперь? Надо определиться с направлениями, назначениями, пунктами назначения. Бункер ученых можно продать или там... А там, по-моему, никто ничего не покупает. Мне надо переться на Янов, получается. Ой, от падения вертолета. Так, а это что у нас? Завод бетонный. Завод Юпитер. Атомалия, блядь. Аномалия, бетонная ванна. Так, а это что? Вертолетные площадки. Заминированные должны быть. Вентиляционный комплекс. Стоянка. До хера, короче, миссии. Мне вот сюда бы сбегать. Ой, сюда. Склад контейнеров. Заложник. А, Митяя освободить. Ну все правильно, да. Так оно и есть. Колобок не отдам, сразу говорю. Это я в ученым, если что. Ученым. Точнее, там наемник, который ученым обещал колобка принести херому во все рыло. И барабан на шею пусть идет, гуляет, музыку слушает. Янов. Да, сюда. Блять. Ведь. Веня, трупак, вольный ты сталкер, ты хер ли так пугаешь-то? Идешь такой, идешь, сидит мужик чуть ли не срет на карачках, блин, чего делать? Он старший стоит, так ты к нему обращайся. Да ты дурак что ли, тут вообще никого нет рядом, вон, блядь, старший идет нахрен, дай-ка я его пристрелю. Ты меня-то зачем толкаешь-то? Идиотас. Леонардо недовинченный, блин. Пристрелю собаку в следующий раз. Нечего добро пропадать, я так. Да, шмана, я уже взял то, что мне надо. Не вопрос. Ой, маля, маля. У меня больше слов нету. Везде какая-то херня происходит. Вокруг движение, жизнь и смерть. Слава богу, пока не моя. Так, надо посмотреть, правильно ли топаю.
Тут-то далековато. И все это пешком, без бега. Ай, жалко выкидывать РПГ. РПГ вещь хорошая, возможно, где-нибудь пригодится. Ну танков-то тут все равно нет. Блять, да хера тут народу-то у ученых. Можно было бы вам что-нибудь продать. А, кстати, а ведь можно же продавать-то, да. Уберем-ка пушку. А то эти ребята вообще психованные. Психануть ненароком. И будет не потом. Наука. Бункер ученых. Так, все нормально, пропустили. Вот ты, по-моему. Здравствуй. А, ты только ремонтируешь, да? О, ты можешь разблокировать модуль памяти? Дай глянь, без проблем, уже работал с такими, сделаю где-то за час. За работу возьму, ну, 2000 идет. Ну, я думаю, у меня других вариантов все равно не остается, давай. Значит, по рукам, как разблокирую, свяжусь с тобой. Потерян модуль, модуль памяти, потеряны деньги, беспилотный разведчик разблокирует модуль. Как видишь, у нас здесь научный комплекс, это так, ладно. Ну как, разблокировал? Так время же еще. Я ведь сказал, свяжусь с тобой обязательно. Так, ладно, давайте отремонтируемся у него, коль уж мы тут находимся, хотя мы все равно идем на Янов, и там должны отремонтироваться, но береженого Бог бережет, как говорится. Так что заранее все, заранее. Не будем тянуть кота за яйца, сделаем все сразу. Пока. Блин, может быть из ученых кто что покупает, ну-ка. Здравствуйте. Всегда рад видеть подходите. Нового человека в нашем что бункере. Что у вас? Блин, может ты? Да ну вас нахер. Заберу я у вас таблетки за это. Чё я застрял как-то, непонятно. Вот в этом плане тут жестковато все достаточно. Они могут тебя сместить, когда ты там в меню будешь ковыряться. Или прятаться за препятствия во время перестрелки. Просто подвинуть тебя своей сракой. Причем сделают они это вообще не запариваясь. Без всяких, короче, напрягов. Просто так сдвигают тебя и под выстрел. Под пули. Сколько раз такое помню, блин. Вот это вот выбесивающий момент в этой игре. И все, кстати, это знают, по большей части. Ну, во всяком случае, те знакомые, которые играли, рассказывали и бесились тоже по этому поводу. Очень непродуманно эта ситуация сделана. Нет бы они обходили, нет, они тебя вытолкнут из-за препятствий и тебя расстреляют нахер. Враги, я имею в виду. От которых ты прятался за этими препятствиями. Кстати, мы здесь же тоже не ходили. Здесь же вагончики какие-то есть. И возможно, что-то тоже пошмонать возможно. Возможно, возможно. Ну или невозможно, возможно. Так, обжигающая? Нет. Их хрен поймешь, они все на один вид. Вот это тоже вид. Похоже на обжигающую. А да, блять, обжигающие. Тут чё ж. Не сразу, как, короче, понял. Ну вот. На личном опыте. Морду лица обожгло. Прыгнул прям рожей на нее. Она не заставила себя долго ждать. Взяла и обожгла. Так, вот эта дверь тоже открывается. Я-то-то знаю, я-то-то умею. Давай. Да даже ножа боитесь. Ну вы, бля, вообще нахрен дрищит, а? Трусишки попрятались в крысы, как крысы по норам. Знаете? Чё, нет? Ну, короче, раньше проводники подходи. Хилый крюк кого, делали. Короче, тот а дома сидит, отращивает, а я вот продавать я собираюсь. Так, вот это раз, вот, туда, вот сюда. Это вот. Все шифры насчет проходов через аномалии быстро... Ой, бля, вот это жалко. Ну, не так, вот это вот мне, по-моему, не очень нравилось, да, это продаю. Выводит. Капелька заживления ран. Видали, сколько стоит? 10 тысяч не хотишь? 10, блин, тысяч. Я ее, наверное, сохраню. Возможно, кому-то пригодится там потом впарить. Так, патрон тоже отдаем. Вот эта пушка, я не знаю, с этими патронами. Может, она действительно крута. Ай, ну по характеристикам и по точности у нее все хреново. Повреждение у нее только выше, поэтому... Продам-ка я ее. Хотя, модифицировать, если... Да там будут по-любому лучше пушки-то в дальнейшем. Ладно, продаю. Продаю. Да хер с ним. Чё держаться за всякую ерунду тут? Ну, нельзя так. Нельзя, короче, быть таким гопсеком и все пытаться сохранить. Это невозможно. Не будем мы этим заниматься.
Ты заглядывай, тут весело бывает. Слушаю тебя. Интересно, в чем веселуха-то заключается, объяснишь? Так, мы с тобой на Виверну пойдем, чувак, ты готовься давай, я собираюсь. А может на Виверну взять фауст-патрон как раз? Или как он там, РПГ 7-7? Усовершенствованный или как он там? Так, а кому вот эту записку от Соколова-то отдать? Кто-то ведь должен это дело покупать. Здоров. А, надо было поговорить по поводу этой записки с военным из бункера ученых. Что-то я не догнал сразу. Так, ладно, чувак, я все понял. Ты тут тоже так скажем, не особо разговорчивый. Сколько эта херня весит? Ну, в принципе, пусть пока поваляется в кармане. Чё, блядь, пистолет забыл продать. Пусть, ничего страшного, да. Она почти не отягощает мой карман, не обременяет меня никак. Поэтому, да, она содержит, по крайней мере, пароль какой-то, который я хер его знает, где он мне пригодится. Сохраним на всякий случай. О, еще патрончик, который мне нафиг не нужны. 108 тысяч, на рекорд пошел. Блин, вообще богач я просто. Вообще просто богач, богатей просто. Так, давайте изведывать местные, короче, вагоны. Будет очень обидно, если мы узнаем как-нибудь потом, в конце уже, когда уже пора будет с Янова сваливать, что оказывается здесь в вагонах что-то чудодейственное было. Давай. Ну давай, зубами хоть зацепись-то, ну, нет. Ну ты, блин. Ну ты дохлопет. Ну слушай, ну неужели ты не можешь запрыгнуть вот сюда, залезть? Опа! Да ну не может быть такого. Сейчас. Опа! О, разблокирован модуль памяти. Ну вот, нам как раз к ученым. А чё я сюда так стремительно залезал? Для того, чтобы понять, что здесь нихера нету, можно было бы, конечно, и не залезать, наверное. Хотя нет, как я увидел, что между сидушками запрятали кусочек какого-нибудь артефакта. Не обязательно целый, маленький кусочек. Я же не гордый. Я могу и маленький взять. Ничего страшного. И такое тоже могло бы быть. Дом на колесах, только без колес. Пустой какой-то. Так, башенка. И сначала, конечно, по местным толчкам. Обязательно по бокам забежать, то бишь. А потом уже в центральный парадный вход. Колокольня, ё-моё. Идите колотить. Давайте залезем. Ну ты чё, жопы что ли зацепился? Карманом, чем там? Я жал, а он уперся. Не идет и все. Блять, втягиваешь как-нибудь. Ты че, вообще что ли? Никчемный перец, ты сталкер, вот ты кто. О. А, че припоминаю, с ним бухать придется. Я вспомнил его. Все. Да. Как увидел вот это место его. Ой, рожа-то, блядь, до боли знакомые. Пили с ним на днях. Ну, в смысле, Зулус, да, и имя-то вспоминаю. Вольный сталкер, говорить. Здоров, брат, ясен пень, я рад гостям. Только сейчас хотел бы один побыть. Пока. Когда ж мы? Ну ладно. Ну да. У тебя мало, поэтому и один. Да я бы принес добавки-то. Не вопрос. Нам надо сейчас. Да мы все обследовали здесь. Нам надо сейчас бункер ученых. Вот что нам надо. Первостепенная задача. Да, и там сразу аж два задания, но один с артефактом Колобок, который я хер отдам, как я говорил уже. И я еще мнение своего не поменял и вряд ли поменяю. Так, а здесь, смотрите, здесь еще чего-то. Я здесь-то не был. Или был? Да нет. Тут как-то по периметру надо прошариваться и запоминать, где был, где не был. Потому что вот пока ходил, уже забыл. Вот эти места незнакомые кажутся. Я, наверное, и не был здесь, поэтому и незнакомые. А он запечатан, этот дом, напрочь. У него даже окна, видите, непрозрачные. Это означает только одно. Там внутри ни хера нет. Не задумано просто игрой, чтобы там внутри чего-то было.
Раскусить этот сталкер, вот эту вот задумку разработчиков, можно очень просто. Окна непрозрачные, нихера. Окна прозрачные, ну, значит, залезть можно. Значит, предусмотрены 3D-объекты какие-то. Вообще, блядь, легко раскусываемая херня, да? Так, ну, дверь здесь вообще уместна, конечно. Люблю такие двери, которые можно обойти с другой стороны в любой момент. Так, бункер, вон вижу его. Тут, по сути, все очень близко друг к другу находится. Не так далеко бежать. Но суть по тому, какой он кривожопый, пятихуй и хромоножка, бывает и проблемно. Потому что, ну, прям долго даже разгоняется и в какие-то... Ладно, и фрезует еще к тому же. Так, с дороги, ребята. Ну, привет. Ну, типа, здоров. Давай, закрывайся быстрее, мне пора. Давай. Оп. Хорошо, хоть в шлюзе быстро все происходит. Чего тебе? Так, с тобой попиздить. Я нашел твою записку на ЗРК Волхов, держи. Слушай, а, ладно, думаю, все равно уже никто из наших на точке не появится. Знаешь, если вдруг заметишь, где в округе военных, скажи мне, Влады, спасибо заранее. Пароль-то я не запомнил. Может, зря я тебе ее отдал? Ну ладно. Не, артефакт я тебе не дам, не выведешь меня. Так, погоди-ка, а че я сюда вообще приперся? А, ну да. Рассекречен черный ящик. Здравствуй. Там микроха какая-то. Давай. С чем пришел? Ну как, разблокировал модуль? Да, забирай, полностью готов к считыванию информации. Получен модуль памяти разблокирован. Задание выполнено, беспилотно разведчик разблокировать модуль, получен координат тайга. Вы мне что, просто 3 тайника взамен на это дали? Да нахер мне они нужны? Вот теперь бегай, как сраный электровеник по этой карте и ищи эти тайники. Иди лучше в пустыне пылесось. Я что, нанимался, что ли, на эту работу? Вообще охренели уже совсем. Открывайте. Заходил, дождя не было, вышел, дождь есть. Минуты меня не было, наверное, на улице. Чё тут погода-то меняется дикими темпами? А это чё? А, ну да. В бункере ученых по-прежнему два задания, а куда без них? Так, знаете чё, ребят, предлагаю сходить в карьер, а потом так бочком-бочком-бочком вот так вот всё. Опа! Полустанок, пойдемте на полустанок. Вот так вот. Давайте вот сюда кликну. На кровососов поохотим. Как раз потемну, вообще шикарно. Как мы любим. Сейчас пока дойдем, ночка начнется. И тут кровососики. Люкс. Да справлюсь уж как-нибудь, господи. Херня какая. Вообще не напугали. Ни капельки вообще. Вообще ни очково. Вообще не боюсь нисколько. Нет. Может, ну его нахуй, это болото с кровососами, а? Отоспаться сейчас и с утра. Да ну нахуй, да чё, я не мужик, что ли? Да я запросто. Да без проблем. Да в чем проблема-то тут может быть? О, наши знакомые. Тю! Тю! Ты меня убил. Да чего вы делаете? Так нельзя. Бля, вот это я снайперюга. Моему мастерству только позавидовать, да? Сказал и похвалил. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Говорю же. Так, вот это забираем, все. Копейки висит. Где-то еще один тут жмурик-то. Они, по сути, давно жмурики. Я им просто ускоряю путь на небеса из чистилища. Поэтому я вообще молодец. Я на самом деле благое дело делаю, если так разобраться-то. Без меня тут вообще все пропадет. Ух ты, что это такое? Тут подожди, тут какая-то станция, да, или что? Да ну нафиг, ты на лесенку. А, подождите, тут под лесенками бывают прячут всякие хабарчики. А, остановка железнодорожная, прикиньте, как здорово раньше было. Ну и сейчас такой, конечно, есть. Ну и тогда тоже было.
Ну и сейчас, конечно. Совсем запротиворечился. Так, здесь что-то вообще нихера нет. Спрашивается, нахера построили, нихера же нет. Сортир, сортир! Как мы любим. А вот и в грибная яма, наверное. Так, я сейчас допрыгаюсь нахер. Тут совсем темно станет. А мы на кровососа все равно не боимся идти. Вот пойдем и все, смело прям, пойдем и все. Так, а что там? Там какой-то поселок просматривается, но до туда походу не дойти. Если что, удрапать-то смогу от них. Но в любом случае F5 мне в помощь. Сказал я и нажал быстренько, дабы не обосраться лишний раз. А тут что? Радиотехника, добыть материалы для азота. Азоту нужны... Так, ага. Цементный завод. А, вот, да, цементный завод. А это что? Аномалия плавня. Так, пойдемте на цементный завод. Нет, пойдемте на кровососов. Похер, ночь, не ночь, вообще срать. Мы и ночью можем. Кстати, ночью даже атмосфернее все происходит. Ле, если кровососы будут среди вот этих вот камышей, я боюсь, я их хер тут засеку. Так, ориентировочка. А, я аномалию избег. Сколько их тут надо уничтожить? Стая. Зашибись, стая, блин. Не, ребят, зря я сюда пошел, конечно. Сейчас я понимаю, что... Я, конечно, не трус, но я боюсь. Сейчас... Ой, я придурок, вызвался. Вода, вода, вода. Блять, стая же сказали. Все, пиздец мне. Да попасть бы. Ага, есть один завален. Давай, давай, пули, пули, пули. Да нормально, чё я вообще, я молоток, оказывается. Фу, ну это ни хрена не все. Пойдемте в аномалию зайдем. И все это на ночь глядя. Ой, я придурок, зачем я это делаю? Так, вон артефакт перемещается, вижу. Это ж не кровосос, это артефакт. Главное, чтобы этих кровососов здесь не оказалось. Так, химия, да? И жизнь. Был такой журнал, я знаю. Советский называется. Советский журнал так назывался. Так, пока вижу только один артефакт. Так, пока иду. Блин, куда ты поплыл от меня? Я к тебе, ты от меня. Да ты чё, охренел что ли? В догоняшки будем играть? Ага, попался. Так, я не знаю, что я взял. А есть еще? Да чё, всё что ли? Такая большая аномалия с одним артефактом всего. Так, пойдемте на бережок, а то тут кровососы, мы знаем. Кстати, возможно, даже и хорошо, что в воде с ними как-то проще. Видно от них хотя бы разводы на воде. Правда, почему-то всего один развод. А потом он как-то бесшумный и невидимый бежит. Так, ну-ка. Перезарядка вот этой пушки. Ага, последний кровосос, понял. Да, блять! Страшен ты, черт! И это стая кровососов. Да меня не напугать таким вообще. Ой, я геройский герой, а? О, господи ты, боже мой. Да напугали тоже мне. Да я сейчас вообще по ночам буду шастать, всех сам пугать. Надену специальную маску и буду всех пугать. Так, ребята, конечно, не самое удачное место для передышки, но тем не менее, время уже подошло, поэтому давайте заканчивать серию, сворачивать, благо тут есть запись, в любом месте я записался, в любом месте загрузился. Поэтому до встречи, удачи, пока, увидимся в следующей серии, продолжим и освоим вот этот вот цементный завод. Счастливо!